Добрый вечер. Добрый вечер всем, всем, кто нас смотрит вживую, всем, кто нас смотрит по телевизору. Меня зовут Валерий Житков, и в эфире новый проект, который называется Good Night Club. Это проект, который состоит из юмора и ваших аплодисментов. Итак, что такое Good Night Club и чем он отличается от Good Night Show? Я прислушался к комментариям и решил разделить программу на две части, на ту, где я один, и на ту, где нас несколько. Так что запоминайте, клаб — это несколько комиков, а когда на сцене я один — это шоу. Как видите, логика не мой конек, да? Я больше по юмору. Сегодня на эту сцену выйдут несколько стендап-комиков, и мы поиграем в такую игру. Возьмем один вопрос и найдем на него несколько ответов. Нас не интересуют правильные ответы, нам нужны оригинальные, неожиданные, а лучше всего смешные. И начнем мы сразу с очень интересной темы, которая близка всем. Что такое успех? Я, наверное, начну сам, а потом уже потянутся другие. Так вот, что такое успех и как его добиться? Этим сегодня, конечно, уже активно занимаются другие люди, целая армия психологов, бизнес-тренеров, так называемых коучей и других желающих добиться успеха, просто отвечая на вопрос, что такое успех. Не можете найти пару? Проблемы на работе? Неуважение в коллективе? Решение одно. Смените прическу, работу и место жительства. Начните все с нуля. То есть, по сути, нужно оказаться среди людей, которые еще не знают, что ты лох. Есть и более конкретные советы, чтобы решить все свои проблемы. Вам нужно прыгнуть с парашютом. Видимо, по принципу «нет человека, нет проблем». Одним из первых на этом начал зарабатывать Дейл Карнеги. Его книга «Как завести друзей» разошлась по всему миру. Мое мнение, эта книга не имеет к дружбе никакого отношения. Это пособие на тему «Как втереться в доверие». Люди, воспитанные этой книгой, они периодически возникают в нашей жизни. Они обаятельные, веселы. Они хохочут над вашими шутками, восхищаются вашим внутренним миром и утверждают, что, судя по форме носа, вы прямой потомок Габсбургов. Да. С ними здорово, затем они занимают у вас $300 и исчезают навсегда. Некоторым... Да, спасибо. Некоторым психологам мало принимать на дому. Они начинают собирать залы, гастролировать. Тут и там лекции, курсы, тренинги. Как по мне, если вы решили познакомиться с девушкой, не нужно прямо вот так сразу бежать на курсы пикапа. Возможно, нужно просто вылезти из-за компьютера, вымыть голову и выйти туда, где есть другие люди. Если вам 20 лет, этого может быть вполне достаточно. Да. Если вам 35, то и голову мыть не обязательно. Просто выйдите, и вас сами найдут. Ну, просто если бы этот тренер по пикапу действительно мог соблазнить любую, он вряд ли бы проводил вечера, читая лекции. Для женщин бывают такие лекции в стиле «Как выйти замуж за миллионера?». Как по мне, планочка такая высоковатая, да? Я бы некоторым дамам для начала дал курсы попроще, например, «Как соблазнить полярника» или «Кто там еще подолгу не видит людей», да? Думаю, даже тут не все справятся. И опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что количество желающих выйти замуж за миллионера не совпадает с количеством миллионеров. Причем очень сильно не совпадает. Приезжает такая лекция в какой-нибудь областной или районный центр, собирает полные ДК женщин. А миллионеров в большинстве наших городов максимум трое. Это мэр, прокурор и бывший бандит, который этих двоих содержит. А в некоторых городах вообще двое, потому что мэр и бывший бандит один и тот же человек. На что рассчитывать, да? К тому же миллионеры, они же все дураки, да? Они же никогда не были ни на каких курсах, кроме курсов «Как быть обманутым тёлкой, которая сходила на курсы».
Главный принцип таких тренингов – это верь в себя и не сомневайся. А мне вот не хватает этой веры. Я начинаю задавать кучу ненужных вопросов. Например, почему лекцию «Я научу вас быть миллионерами» этот человек ведет в кедах из боулинга? И почему слово «миллионер» на доске написано с одной «Л»? Опять же, раз ты сам уже миллионер, зачем тебе создавать других миллионеров? Какая мотивация? Тебе что, не с кем поиграть в гольф? В общем, не верите всем этим психологам и тренерам. Ответ на вопрос, что такое успех, есть смысл слушать разве что от комиков. Со своим видением успеха я приглашаю на эту сцену Никиту Шевчука. Ваши аплодисменты. Друзья, у меня есть свой рецепт, как понять, что ты успешный человек. Нужно зайти в магазин электроники и посмотреть, насколько технический прогресс обгоняет твой доход. Понимаете, да? Меня, например, обгоняют уже по второму кругу. Уже просто издевается надо мной. Он просто бежит и говорит: давай, 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 возьми в кредит, будь успешным. Но я не собираюсь брать кредит, потому что все очень дорого. Чтобы вы понимали, последний раз я видел ноутбук, который стоит 200 тысяч гривен. Обычный ноутбук, без колес, на нем не едешь в Одессу. Просто ноутбук. Но ко мне подходит продавец и говорит: подождите, но это не просто ноутбук. Это игровой ноутбук. Но мне кажется, за 200 тысяч гривен можно не только в игре GTA, можно и в реальной жизни сбить проститутку. Правда, она согласится? Да даже бы и я согласился. Ребята, 200 тысяч гривен. Это очень много. Можно купить классный игровой ноутбук. Да, и быть успешным. Это же круто. Ну ладно, ноутбук. Ребят, я увидел настольную лампу, которая стоит 4 тысячи гривен. 4 тысячи гривен, чтобы у тебя на столе был свет. Не еда, не алкоголь, просто свет, понимаете? 4 тысячи гривен. Но опять же продавец подходит и говорит: ну это же не просто лампа. Я говорю: ну я понял, у вас не все тут непросто. Да? Он говорит: понимаете, это лампа с беспроводной зарядкой. Но я все равно считаю, что ну не стоит она 4 тысяч гривен. Вообще не стоит 4 тысячи гривен предмет, который не делает меня успешным в глазах других людей. Понимаете, было бы очень глупо, если бы вот ночной клуб, я стою напротив, на парковке, выходят девушки, а я мигаю им настольной лампой. Давайте, девчонки, пройдемся! Максимум бы они зарядили телефон, да, вот так бы все получилось. И это 4 тысячи гривен, конечно, этого не стоит. Но, продавец говорит: давайте попробуем. Я говорю: ну давайте попробуем. Я даю ему свой iPhone, он кладет его на лампу, и телефон не заряжается. Я смотрю на продавца, продавец смотрит на мой телефон, смотрит на меня и говорит: а, у вас семерка? И стало так обидно, ребята. Он просто взял ее вот так вот за угол и дает мне. Я думал, в какой-то момент просто закроет нос. Очень отвратительно, очень отвратительно. И обидно, потому что 2 года назад я покупал лучший телефон. 2 года назад. Прошло 2 года, и мой успех, мой лучший телефон уничтожила настольная лампа. Технический прогресс — это очень сложно. Технический прогресс, понимаете, он хочет, чтобы я доказывал свой успех каждые 2 года. А я не могу, мне не хватает дохода, понимаете? Поэтому я для себя решил четко. Я принял решение. Я не буду покупать новые модели. Нет. Я буду ждать, пока наука зайдет в тупик. Рано или поздно это произойдет. Пройдет много лет, выйдет очень уставший седой ученый, скажет: вот он, 25-й iPhone, мы больше не можем. Мы больше не можем, возьмите, это последний. И все купят, потому что это последний. Все будут успешными, ну чуть-чуть меньше, потому что он у всех. Но тем не менее, успешные. А через год они выпустят 26-й iPhone. Такой же, как 25-й, но желтый. Желтый цвет успешных, и тебе уже хочется, понимаете? Очень обидно, очень обидно. И я понимаю, что, может быть, это моя фантазия, и гонка за успехом никогда не закончится. Потому что с этой стороны умные ученые,
А с этой стороны люди, которые думают, что успех — это последняя модель телефона. Это будет бесконечно. Поэтому я придумал еще одно оправдание. Если у вас такой же, как у меня, старенький телефон, смотрите, как нужно делать. Значит, я захожу на YouTube, вбиваю распаковка 7-го айфона моего и смотрю видео. И там мужчина, он просто с трепетом в руках открывает айфон и говорит: «Боже мой, это само совершенство!» Я такой: «Да, это мой телефон!» Он крутит его в руках и говорит: «В этом телефоне есть все, что нужно современному человеку». Я говорю: «Ну, конечно, аллилуйя, я счастлив». Счастлив, главное не смотреть, что это видео 2016 года. И вы будете счастливы. Спасибо большое, будьте успешными. Спасибо, это был Никита Шевчук. Я надеюсь, что мы всем составом нашего Good Night Club лет через 30 включим на YouTube эту программу. И будем говорить, что это самое крутое юмористическое шоу из всех, которые были. Я приглашаю на сцену следующего комика со своим видением того, что такое успех и как его добиться. На сцене Good Night Club Максим Вышинский. Смотрите, все мы понимаем, что успех — это наличие у тебя денег, правильно? И на самом деле деньги заработать очень легко. Главное — быть внимательным. Объясню вам. Несколько стартапов, которые я придумал сам, просто вот так взял из своего быта. Была такая ситуация, что я выпивал несколько дней подряд. Ну, так бывает, знаете, вот с пятницы по апрель. Вот. Ну, моя девушка подошла ко мне и сказала так: «Вышинский, ты еще раз так накидаешься, я найму аниматоров, ты выйдешь на балкон курить, а у тебя во дворе дерутся рыцари». Вы представляете мое замешательство, когда я такой: «Ох ты ж, Ленок, да там мужики в латах мечами дерутся». Она выйдет на балкон и такая: «А где?» «Лен, да они на шведском разговаривают». «Макс, давай какой-то бабки тебя отвезем, потому что это уже...» Знаете, я боюсь, что она однажды возьмет так и сделает. Потому что моя девушка работает преподавателем, а студенты за хорошую оценку готовы найти костюмы рыцарей. Но с другой стороны, моя Лена молодец. Она таким образом придумала клевый стартап, на котором можно заработать. Клиника костюмированного кодирования. Серьезно? Какой-то мужчина приходит домой в 5 утра, пьяненький, да? А у него на кухне клоун из фильма «Оно» жарит яичницу. «Здорово, что-то я только поставил, давай». Любой мужчина бросит пить. Хотя найдутся такие, которые с этим клоуном сядут за стол. Каждый мужчина в своей жизни миллион раз слышал фразу от своей жены: «Я хочу новые туфли. Я хочу новые туфли, эти уже старые, я их купила еще, ого-го, минут 15 назад. Все, мне нужны новые». Вот вам стартап, как решить этот вопрос. Не покупать ей туфли, но сохранить хорошие отношения. Придумайте сервис «Хвалители». Объясняю, как это работает. Ты гуляешь с ней по городу, на ней старые туфли, и тут специально нанятый тобой человек подходит к ней и такой: «Боже, женщина, да это божественная обувь. Идите сюда все, идите, посмотрите». Вот. И такой сервис сделать очень легко. Просто приложение на телефон, как Uber. Вот и все. И у хвалителей тоже будут рейтинги, как у таксистов, по звездам. Хвалитель с рейтингом 1 звезда просто будет проходить мимо и такой: «Клевые туфли, женщина», и уходить. А хвалитель с рейтингом в 5 звезд будет подходить к ней, смотреть на туфли, потом достанет гитару и такой: «О, эти туфли, как у богини, не покупай другие, не вздумай, это ошибка, не покупай, не нужно, не нужно». Тут, знаете, какие-то люди проходят с зонтами, начинают вдруг пританцовывать, там, туфли, туфельки, туфли, туфельки. Начинается ла-ла-ленд такой, знаете. И какие-то женщины на балконах многоэтажки одновременно снимают белье и такие: «О, вот это туфли!» И потом простынями по периметру дома выкладывают надпись: «Новые, не вздумай». Вот. И тогда нам всем будет легче. А еще я подумал, как можно заработать тем людям, которые в отношениях не с женщинами. Я имею в виду геев, понятно, да? Многие женщины дружат с геями почему-то. Ну, такое есть, да, мы знаем это.
из этой дружбы можно получить личную выгоду. Я вам объясняю. Ты знакомишься с каким-то геем, внедряешь в его окружение своей женщины, дожидаешься того момента, когда она говорит, у нас с ним дружба, не разлей вода. Вот. Платишь ему деньги, и он тебе рассказывает все ее секреты. Твой личный гей-информатор, понимаете? И вы представляете, как это возвысит вас в глазах вашей женщины? Ты впервые за 10 лет ваших отношений принес ей кофе в постели, она такая, как ты знал? Я только вчера об этом думала. Ты читаешь мои мысли? Я читаю сообщения Эдика, поэтому все в порядке. И он всегда любой ваш спор с женщиной может решить в вашу пользу, в пользу мужчины. Вот смотрите, на своем примере. Мы с Леной переехали в новую квартиру, доделываем ремонт. Я за то, чтобы стеклить балкон, а она хочет итальянскую террасу. На метро Сырец. Будем пить вино и любоваться линией электропередач. Понимаете? Такая романтика. И тут на помощь пришел бы наемный гей. Ты ему заплатил, он подошел к ней, такой, малышка, прикинь, я был в Милане, там все стеклят балконы. Это в тренде, я тебе рекомендую. И вы по-любому сделаете балкон. Но даже если после этого ее будут мучить какие-то сомнения, вызывайте хвалителей. И никаких проблем не будет. Все, ребят, спасибо вам большое. Пользуйтесь стартапами и будьте богатыми. Макс Вышинский. На сцене Good Night Club со своим видением успеха и того, что может помочь его добиться и что может помешать, Максим Коновал. Тема сегодняшней передачи «Успех». И знаете, мне кажется, многим из нас для успеха не хватает какой-то уверенности в себе. Мы слишком переживаем из-за своих недостатков. Согласны? Потому что я знаю, о чем говорю. У меня есть один недостаток, одна особенность. Дело в том, что я вообще не чувствую запахов. Это чистая правда. Я рад, что кого-то это повеселило. У меня начисто отсутствует обоняние. И многие люди, когда узнают об этом, они говорят, как? Совсем не чувствуешь запахов? Ты даже не представляешь запаха весны. Я не представляю продолжение этого разговора. Вот единственное, что я не представляю. И есть еще одна категория людей, которые узнают, что я не чувствую запахов, и говорят, о, так при тебе можно испортить воздух. Такое ощущение, что человек просто ждал подходящего момента, да? Просто да, у меня отсутствует обоняние, но со всеми остальными органами чувств полный порядок. Так что если мы в замкнутом помещении, у меня вдруг начинают слезиться глаза, ну, кажется, я знаю, в чем причина, да? И обидно, что у таких, как я, даже своего названия нет. Потому что, смотрите, если у вас нет зрения, вы слепой. Если у вас нет слуха и речи, вы глухонемой. Если у вас нет вкуса, вы слушаете дидио. А я просто, что у тебя с носом? Вот кто я такой, да? И моя девушка, она пользуется тем, что я не чувствую запахов. Она у меня любит выпить с подружками вина. Приходит домой, не может самостоятельно снять обувь. Я говорю, ты что, пила? Она такая, нет. Я такой, ну-ка дыхни. Она такая, ха. Я такой, ну и что мне это дало? Что это принесло? Именно поэтому я хочу как можно скорее завести детей. Чтобы они говорили мне, бать, ну мать, походу, прибухнула. Кстати, да, мои дети будут говорить, мать, бать и прибухнула. Я не буду слишком успешен в отцовстве, да? И, разумеется, я хочу как-то превращать свой недостаток в достоинство, зарабатывать на этом, но пока я нашел только один способ — это издевка над полноценными. Потому что у меня, когда я учился в университете, была одногруппница, которая устроилась работать в Oriflame, и однажды она принесла в университет кучу пробников мужского парфюма. И мы сидели вместе, и она мне говорит, «Ты можешь нюхать эти пробники и описывать мне их аромат?» И я такой, «Ты обратилась по адресу». Я есть обоняние, да, давай их сюда. И следующие полтора часа были лучшими в моей жизни, потому что я нюхал эти пробники и просто перечислял названия приправ. Я нюхал и говорил, записывай ваниль, нотки гвоздики, чабрец. И она такая, чабрец? Я такой, ты записываешь или нет? И, доверься мне. Когда у меня кончились приправы, я начал просто выдумывать запахи, понимаете? Просто нюхал и говорил, югославский орех.
И она такая, что? Я такой, мне дед в детстве привозил. Запиши, пожалуйста. И, естественно, я как-то пытался бороться с этой своей проблемой. Я решился, наконец, на операцию по выпрямлению носовой перегородки. И хирург, который делал эту операцию, говорил мне делать ее под местным наркозом. То есть я был в сознании. И вот я лежу на кушетке под какой-то тряпочкой, и хирург не предупредил меня, что помимо меня и его в операционной еще будет присутствовать девочка-интерн. И доктор комментировал ей каждое свое действие. Я лежу под тряпочкой, и он такой, я разрезаю ему левую ноздрю. Я такой, ну здорово. Он такой, заходим в носоглотку, берем долото, будем ломать хрящ. Я такой, а можно все-таки вырубить меня? Дайте мне кувалдой по голове, я готов на что угодно. И слышать это не очень приятно, но в целом терпимо. Но вот когда я по-настоящему напрягся, это когда эта девочка-интерн сказала, а можно теперь я попробую? И я такой, что ты там собралась пробовать? Сколько, по-твоему, у меня хрящей? Ты вообще медицинский закончила? В какой момент операция она посмотрела на мой нос и такая, хуже я не сделаю. Давайте топор, разберемся с этим по-быстрому. И знаете, после операции хирург предупредил, что в процессе восстановления обоняния у меня может появиться извращенное ощущение запахов. И я такой, а можно чуть поподробнее? Что значит извращенное ощущение запахов? Не будет такого, что я буду идти по рынку, услышу запах цитрусов и такой, засосать грейпфрут. Боже, он просто великолепен. Будь я чуть помоложе. И, к сожалению, извращенного ощущения запахов не появилось, как и в принципе ощущения запахов. То есть операция не принесла никаких результатов. Лично мне, хирургу, она принесла $600. Я думаю, в целом он всем доволен. Просто за $600 я мог на 2 месяца нанять преподавателя литературы, чтобы он описывал мне, что чем пахнет. Знаете, сидел бы передо мной такой, нотки ванили, запах чабреца. И я такой, знакомая схема. Инга, ты? И более того, после операции я даже начал храпеть. Представляете, вот как подействовала эта операция. И я набрал своего хирурга и говорю, что я начал храпеть. Он послушал все это и такой, возможно, понадобится еще одна операция. И я такой, ну, продолжайте, возможно, понадобится еще одна операция, потому что я нашел горящий тур в Египет всего за $599. Понимаете? В общем, я это все к чему? Я не знаю, насколько преодоление трудностей, через которые я прошел, позволит написать мне книгу и рассказать свой секрет успеха, но я уверен, что как минимум 5 минут материала на 1 плюс 1 у меня будет. Спасибо большое, у меня все, вы отличный публик. Денис Кораблев на сцене Good Night Club. Слушайте, мне кажется, что успех — это достаточно внутреннее состояние, когда ты позволяешь себе жить, как ты хочешь, и при этом особо ни перед кем не отчитываешься. Ну вот я, например, люблю татуировки, и мне очень часто прилетает, знаете, от старшего поколения, потому что они не очень это понимают, и они критикуют, они говорят, ну что ты себе набил, ну что ты, ну ты представляешь, как это будет смотреться в старости? И я каждый раз сдерживаюсь, но мне каждый раз хочется ответить, слушай, ну я же не встречу тебя в старости, да? Я встречу в старости такого же чувака, как я, и он будет говорить, все нормально, братан, все понимаю, мы делали, когда это было модно, у меня у самого вот якорь с копчика на задницу слез, ко дну тянет. Все нормально, не парься. Чтобы быть успешным, мне кажется, надо быть постоянно в тонусе. И сейчас это очень круто, потому что сейчас можно жить хоть до 100 лет. Есть куча информации в интернете. Пожалуйста, правильно питайся, занимайся спортом. И постоянно нужно меняться с другим поколением, обмениваться опытом. Это очень важно, потому что, блин, ну сейчас возраст отодвинулся. Это очень круто. Я объясню. Вспомните, в 80-е, 30-летним, ты был уже маститым мужиком, у которого было семья, двое детей, гараж, жена, попытка суицида. А сейчас 30 лет, и такой незатейливый паренек, который... Мне всего 30, я хочу познать жизнь, себя. Я хочу проживать каждый день как последний, но пока у родителей. Очень важно обмениваться опытом, очень важно. И между поколениями, мне кажется, старшим и младшим пока это круче всего получается только у очень взрослых мужчин и достаточно юных дам. Знаете эти браки, когда ему 93, ей 19?
Я серьезно, я их не осуждаю. Мне кажется, там все честно. Там все честно. Вот ей даже не надо отмазываться, что она его любит. Типа, у меня вся так, всегда так смешит своими инсультами. Нет, там все честно. Там все честно. У нее молодость и красота, у него бабки. И по-другому это не работает. Потому что ну, я не видел молодых, обеспеченных дамочек, которые выбирали себе спутника жизни возле дома престаренных. Да? Лена, берит кого, который слева, он хотя бы без капельницы. Ну... Я вообще не порицаю эти браки, но, как правило, общество их порицает. И там чаще всего прилетает мужичку, потому что если ты взрослый и с деньгами, и женился на молодухе, ты старый извращенец. Мне кажется, вот тут что-то не так, да? Тут в плане извращения больше вопросов может быть к девушке, потому что я не знаю, что у тебя в голове, если тебя возбуждает запах валидола, серьезно. Без понятия. Мне кажется, успешнее всего... Этот стиль сочетал Хью Хефнер в себе, да? Кто не знает, это основатель журнала Playboy. Потому что ему было 92 года, когда он умер, и у него одновременно в его особняке жило около 50 моделей. Мне кажется, он поэтому так долго и прожил, серьезно. Я не знаю, как вы, я бы хотел себе такого дедушку. Я задал бы родителей бы каждые выходные. «Мама, мама, мы поедем к дедушке?» «Сынок, ну у него же там голые тети по дому ходят». «Я знаю». Ну ладно, ты получил хорошую отметку по математике, можем поехать, и учитель математики его за угла. Так, я вообще-то поставил ему хорошую оценку с условием, что я еду с ним. Когда я буду старым, я хочу быть очень прогрессивным и успешным. Я хочу, чтобы, знаете, внуков не заставляли ехать ко мне, они сами хотели, они бы говорили родителям, мы доделали уроки, мы к деду. Чем будете заниматься? Хромировать его кислородный баллон, что угодно. Я хочу, чтобы они со мной кайфовали. Я хочу кайфовать в старости. Я не хочу в старости жить по вот этой схеме, типа старость не радость. Я хочу жить по схеме старость да пофиг. Ну серьезно, сейчас старшее поколение, пенсионеры, они откладывают на смерть. Откладывают на смерть. Это как вообще? Я не знаю, я буду откладывать на смерть только в одном случае. Если это будет такая вечеруха. Чтоб, серьезно, чтобы меня хоронили возле бассейна, играл диджей. Все были в купальниках с коктейлями, а батюшка чисто для антуража. Он ходил бы с кадилом и говорил так, а кому угли менять, я прошу прощения. Поэтому я думаю, успешен тот, кто счастлив, а счастлив тот, кто занимается любимым делом. Все, спасибо большое, будьте успешными и счастливыми. Спасибо, Денис Кораблев. Ну, тому, что рассказал Денис, лично я склонен верить, потому что я знаю, что этот человек ради того, чтобы попробовать себя на сцене, он несколько лет назад оставил весьма неплохую работу, он зарабатывал что-то в районе 20 тысяч, и это были хорошие деньги. А сегодня он... Спасибо властям, ему уже не так обидно. Спасибо всем, кто выступал, спасибо всем, кто слушал. Я просто закончу какой-то короткой мыслью. На мой взгляд, успешен не тот, кто достигает своей цели, а тот, кто получает удовольствие от процесса ее достижения. Поэтому, как по мне, выигрывает не тот, кто идет к ней быстрее, к этой цели, а тот, кто идет к цели прикольной дорогой. Спасибо вам от всех, кто был на этой сцене, от людей, которые ловят кайф от своей работы и не думают о том, куда они идут. Это был Good Night Club. Добрых снов. Добрый вечер. Здравствуйте все. Меня зовут Валерий Житков, это Good Night Club. Место, где звучат интересные мысли на интересные темы. Сегодня мы обсудим такое замечательное движение, как здоровый образ жизни. С каждым годом он набирает популярность, привлекает сторонников, спортзалы, здоровое питание. Диеты так вообще вышли на уровень массового психоза. Если раньше лишний вес себе могли позволить только богатые люди, то сегодня худеют все подряд. Студенты, пенсионеры, молодые учительницы с окладом 3000. Куда и диета, если ее зарплата вообще не предусматривает сам факт питания? Ну, сегодня мы услышим несколько точек зрения на тему здорового образа жизни. И не затягивая долго паузу, первым приглашаю на эту сцену Никиту Шевчука. Ваши аплодисменты. Здоровый образ жизни – это хорошо, потому что... Люди чувствуют себя действительно лучше благодаря ЗОЖ. Но еще из-за ЗОЖ некоторые люди начинают чувствовать, что они лучше остальных.
прежде всего, это фитнес-инструкторы. Правда. Фитнес-инструкторы, они накачали не только тело, мне кажется, они на лице накачали еще и презрение к обычным. Правда, они вот так вот, да, вот. У них как будто под носом маленький ненакачанный человечек. Они вот, они недовольны, правда. Но не только фитнес-инструкторы. У меня есть на работе коллега, он зожник, и он мне постоянно твердит одну истину. Он говорит: «Никита, я благодаря ЗОЖ уже 4 года не болею». И мне кажется, что это так глупо. Так глупо каждое утро бегать, чтобы раз в году неделю не полежать дома. От чего ты бегаешь? От вкусного чая с малиной? Я не понимаю, от чего? Мне кажется, просто зожники не знают, что больничный оплачивается. Поэтому они просто бегают. У них нет времени, чтобы узнать этого, понимаете? Но ЗОЖ — это хорошо. ЗОЖ — это хорошо. Но ЗОЖ — это всего лишь хорошо, согласитесь. Мы же с вами люди, не только я. Мы же хотим, чтобы было очень хорошо, правда? Бегать утром хорошо. Никто не спорит, это хорошо. Но когда я утром встречаю рассвет с бокалом холодного шампанского и вижу, как задыхающиеся бегуны мне завидуют, это же очень хорошо. Это же очень хорошо. Я понимаю людей, которые ведут ЗОЖ, которые во всем себе отказывают и доживают там до 80-90. Это хорошо. Это хорошо. Но когда ты именно тот дед, который пил, курил и дожил до 100, вот это очень хорошо. Вот это очень хорошо. Клянусь вам, я не веду ЗОЖ, потому что я надеюсь, что я именно такой дед. Зачем? Вдруг рукола все испортит, понимаете? Я признаюсь вам, я не такой дед. Я не доживу до 100, я доживу до 74. Я в этом абсолютно уверен. Я прошел тест на Фейсбуке. 74. 74. Очень простой, кстати, тест был. Нужно было указать имя и дату рождения. Никто не спрашивал про ЗОЖ, понимаете? Никто. Не, вообще не было этих вопросов. Но самое интересное другое. Самое интересное, когда я вместо своего имени указал другое, оказалось, что Андрей проживет 84 года. Я сейчас не знаю, мне правда, у меня дилемма. Чтобы жить дольше, мне заниматься ЗОЖ или представляться Андреем? Но что я точно знаю, и это мое мнение сугубо, мне кажется, что... Здоровье — это главное, но не только наша жизнь должна быть здоровой. Мне кажется, она должна быть еще и интересной. Объясню почему. Я просто себе представляю человека, который всю жизнь отказывал себе во всем. Он вел здоровый образ жизни. И вот он умирает, а они умирают. И вот он умирает, у него перед глазами проносится вся его жизнь. Понимаете, это утренние пробежки, стадион, йога. Что-то интересное, это брокколи, да, вот такие вещи пролетают, бассейн там какой-то пролетел, турники, брусья, еще один бассейн, это тот был во вторник, это в четверг, понимаете, это все тянется и тянется одно и то же, и тут вон, когда зожник уже вот окончательно умирает, он видит свет в конце туннеля, он думает, ну, слава богу, это все закончилось, что я пережил, свет приближается, а это моя жизнь, друзья, моя яркая, интересная, в лучах софитов, рядом Валерий Житков. Ну разве это не прекрасно? Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Я не хочу расстраивать Никиту, да и себя вместе с ним, но я что-то не припомню ни одного 100-летнего деда выше 1,60 м. Так, у мелких как-то масса привилегий. Во-первых, им удобно летать в самолетах, так они еще и живут почему-то в среднем дольше, да. Еще более близко с проблемами больших людей должен быть знаком наш следующий комик Андрей Бережко на сцене Goodnight Club. Слушайте, я сейчас не в лучшей физической форме. Знаете, как я это понял? У меня был день рождения, и друзья меня ударили тортом в лицо, и торт не закрыл все лицо, понимаете? Тупо глаза залепил. Слушайте, я знаю, в чем проблема. Проблема в том, что в моей жизни практически не было спорта. Мне кажется, что спорт меня избегает с самого рождения. Реально, куда бы я ни шел, за свои 27 лет я не встречаю спорт, я встречаю отдых. Знаете, пиво, сигареты, компьютерные игры – это прямо на каждом шагу в моей жизни. Мне даже кажется, что какое-то время пивные ларьки строили по моей геолокации, понимаете?
Слушайте, я в отдыхе прям хорош, реально. Я мог бы быть прям инструктором в этой сфере. Знаете, который встречает человека возле пивного ларька, поднимает футболку и такой: «Хочешь быть таким, как я? Тогда покупай подписку на мою новую программу «Жизнь в горизонтальном положении». Там я рассуждаю, почему лежать лучше, чем сидеть, да? Как абстрагироваться от крошек в кровати». Просто спорт – это то, к чему ты привыкаешь с рождения. У нас, к сожалению, в стране это невозможно, потому что наши школьные залы, они же вообще не предназначены для спорта. Ну, они больше подходят для документальных фильмов, знаете, о том, как все начиналось. У нас в школе футбольные ворота были нарисованы краской на стене. И с каждым ударом эта краска осыпалась. Поэтому к концу года мы играли в футбол по памяти, понимаете? Я недоволен своей физической формой, но вести здоровый образ жизни я тоже не спешу. Потому что это очень тяжело с моим телом, понимаете? Везде, во всех статьях первым делом пишут: не забывайте выпивать свою суточную норму воды. На мой рост и вес моя суточная норма воды 4,5 литра. 4,5, ну это же объективно очень дохрена, да? В этом количестве воды монатик может покупаться, понимаете? Ну еще и шапку постирать. А я это должен пить, да? Я помню первый день, когда я выпил 4,5 литра воды, я чувствовал себя озером, реально. Ну, если бы я в тот день съел устрицу, она подумала бы, что ее выпустили, понимаете? Просто мне нельзя ставить такие цели, я человек из крайности в крайность. Я, знаете, я такой: если бухать, то и вещи из дома выносить. Если здоровый образ жизни, то пешие прогулки в Житомир, знаете? Я недавно скачал себе приложение для ходьбы, и я в первый день прошел 50 тысяч шагов. В этот день я выпил 4,5 литра воды. Слушайте, я чуть не умер от здорового образа жизни, реально. Я в конце пришел дня и такой: ну, а для чего я вообще себя готовлю, да? Просто представляете, потом отзыв на Play Market к приложению, типа: плюсы. Отличная зарядка для сердца, мотивирует больше двигаться. Минусы: у меня так друг умер, да? Но я стараюсь быть лучше. Недавно пошел в бассейн, мне очень нравится плавать. Но мне категорически не нравится, что в бассейне нельзя купаться в одежде, пока ты не похудеешь. Знаете, поэтому я выгляжу там не как обычный посетитель, я выгляжу там как ниндзя. Я полностью закутан в полотенце, у меня видно только глаза. И для того, чтобы раствориться в воде, мне нужна всего одна секунда, понимаете? Я реально для таких спортсменов, как я, на которых больно смотреть, сделал бы в бассейне отдельный подводный вход, знаете? Чтобы красавчики заходили через центральный, а всех остальных несло такой по большой трубе, знаете, скидывало прям сразу на свою дорожку. Ребят, а шапочка для плавания – это что за жесть вообще, да? Ну, это же какое-то издевательство над людьми. Просто нет ни единого человека на Земле, которому шапочка для плавания была бы к лицу, понимаете? На Мисс Мира надень шапочку для плавания, она тут же превратится в Мисс Выжгород, понимаете? На Мисс Выжгород надень шапочку для плавания – это я плыву по своей дорожке, да? И туда, в бассейн, приезжают разные люди, разных статусов, богатые люди, бизнесмены, но ихняя крутость пропадает ровно в ту секунду, когда они надевают эту шапочку. Я в бассейне понял, что мы все с вами равны перед Богом и перед шапочками в бассейне, понимаете? Для здорового образа жизни очень важно правильное питание. А правильное питание – это очень дорого. Вот чтобы вы понимали, насколько я неправильно и бюджетно питаюсь, я каждый вечер покупаю еду в супермаркете после 21:00, потому что она идет по 40% скидке, понимаете? Ну, знаете это место, где у котлет срок годности идет по минутам уже, знаете это? Ну, там для тебя каждый день лотерея. Я в супермаркете как на бирже, знаете. Я вижу красный ценник, я в него вваливаю все свои сбережения, знаете. Пока селедка под шубой не выросла в цене, да. И в размере, да. Поэтому я решил оставить в покое здоровый образ жизни. Я считаю, что каждый должен быть на своем месте. Пока вы потеете на беговой дорожке, кто-то же должен стоять в очереди в бургерную. У меня все, спасибо большое, всем пока. Вообще, я так понаблюдал... У большинства мужчин так и не получается в течение своей жизни хоть какое-то время побыть в роли мачо. Да? Вот всегда вот чего-то не хватает. Пока молодой и стройный, нет денег. Да? Пока научился зарабатывать, животик появился. Походил в спортзал, привел фигуру в порядок, волосы начали выпадать. То есть, ну, в общем, тут главное, конечно, не сдаваться. Продолжим говорить о здоровом образе жизни. На сцене следующий комик Макс Коновал. Знаете, я порой тоже веду здоровый образ жизни. Например, я занимаюсь любительским хоккеем. Ну, то есть я профессионально занимался хоккеем в детстве, потом 15 лет выпивал и тусовался, и сейчас только вернулся. Вернулся к мысли, что можно совмещать. Есть люди, которые в этом совмещении здорового и нездорового образов жизни удивляют даже меня.
Например, мне кажется, есть несколько тайн в истории человечества. Это как были построены египетские пирамиды, откуда взялись каменные стуканы на острове Пасхи, и как некоторые люди знают, с какими антибиотиками можно мешать алкоголь. В любой же компании есть такой человек. Приходишь на вечеринку, говоришь, я не пью, на антибиотиках. На каких? Такой проводник в мир алкоголизма, да? Ты говоришь, аугментин. С аугментином можно. На следующий день у тебя печень размером с голову коня. Ты звонишь этому человеку, говоришь, а что такое? Это не от этого. А есть же люди, которые даже лечатся алкоголем. Знаете этих людей, которые говорят, я таблетки принципиально не пью. Я, если простыл, 50 водочки с перцем. Горло побаливает, пивка подогрел. Сердечко пошаливает, бальзамчика начислил. Каждый день вино красное для давления. Одна проблема – все деньги на лекарства уходят. Жена тоже ушла, сказала, ты слишком зациклен на собственном здоровье. И я пью, как правило, крепкий алкоголь, поэтому меня очень веселят люди, которые пьют в компании вино. Типа, знаете этих парочки, которые, ой, мы не хотим сегодня напиваться, возьмите нам на вечер вина. Да, 8 бутылочек ламбруско. Я искренне не понимаю, на что рассчитывают люди, которые пьют вино. Что у них будет более благородное опьянение? Они утворят дичь, но более аристократичную. Мы разбили витрину, но виолончелью. Вино, дамы и господа. И у меня у пьяного есть одна странная, необъяснимая черта. Я пьяный, просто обожаю смотреть мотивационные видео. Знаете все эти крутые ролики от спортивных производителей, где голос за кадром пафосно говорит «Невозможно, это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди». И я бухой «Блин, так и есть». Просто согласитесь, когда ты пьяный, ты как никогда веришь в то, что невозможное возможно. Мне кажется, сами спортивные компании снимают эти ролики для пьяных людей. Потому что у нас спортивные костюмы носят в основном пьющие люди. И знаете, решать, конечно же, вам, но вот мой вам совет. Ведите такой образ жизни, чтобы он был не просто здоровый, но чтобы вам было и здорово. Спасибо, но у меня все. На сцене Good Night Club еще один комик со своим взглядом на здоровый образ жизни. Сергей Лепко, ваши аплодисменты. Так, смотрите, я за здоровый образ жизни, конечно же, за, но только такой здоровый образ жизни, который мне не в напряг. Если ради тренировки нужно ставить будильник, нахрен эту тренировку. Все, что на ней сделаю, это переведу будильник на попозже. Вот 5 подходов по 4 повторения, да, я знаю свои возможности. Я, знаете, не из тех людей, которые ходят в зал как на работу. Вот эти, которые надо сегодня поработать хорошенько, поработать. Не-не-не-не-не. Я если иду в зал как на работу, то это такая работа, знаете, как в офисе. Я что-то водички с кулера попью там, поразговариваю с кем-то, что-то поприседаю для видимости и домой. Все, до свидания. Тренировка окончена. Я некоторое время пытался ходить в зал на 8 утра, и это, ну, на 8 утра, это когда самое сложное в жиме лежа, не заснуть на вот этой скамейке. Да и объективно, я сейчас в том возрасте, когда мне легко поддерживать свою физическую форму, это несложно, я не сижу ни на каких диетах, не парюсь по поводу правильного питания. Дело в том, что у меня ускоренный обмен веществ, вы знаете, ускоренный обмен веществ, это когда ты очень быстро выводишь из себя людей, которые сидят на диетах. Вот. Как они меня ненавидят, вот эти вот, зато в старости ты будешь толстый, да-да-да, передай колбаску, давай. Давайте честно, в старости ты будешь толстый, это скорее не угроза, а пожелание безбедной старости. Я как-то это переживу. Я раз в жизни сидел на диете, целых 1.5 года. Это перловая диета. Может, слышали, ее еще называют этот, служба в армии, вот. Может, кто-то знает. Это когда у тебя перловка на завтрак, обед и ужин. Мне казалось, если перловка не уродит, нашу часть расформирует. Все. Смысл нас держать. Я стараюсь вести здоровый образ жизни. Не так давно бегал гонку нации.
Ну как, я бегал давно, но рассказывать буду всю жизнь. Я так... Заточка такая. Для тех, кто не знает, гонка нации — это такой забег на 10 километров и 25 препятствий. Или, если считать стартовый взнос 800 гривен, то 26. Это тоже неплохой барьер. Это, ну, непростая штука. Я вначале поставил себе цель прибежать к финишу первым, потом поменял ее на прибежать к финишу и уже потом на выжить. И вот ты весь грязный, в болоте, прыгаешь по каким-то бревнам, по кустам. Короче, чувствуешь себя как житель Левобережной, который едет на работу в центр. Вот. Надо добраться до этой остановки. И по сути, можно было бежать дистанцию попроще. Но мой друг сказал: «Серег, ну ты пробежишь, ну ты ж служил в армии, ты ж служил в армии». А я по сути делал все то же самое, что во время службы в армии. Страдал и ждал, когда это закончится. Именно в таком порядке. Потому что в армии спорт и физические нагрузки — это скорее наказание. И эта штука у меня осталась до сих пор. Я до сих пор могу сидеть дома и такой: «Зачем мне идти в зал, если я себя сегодня хорошо вел? М? Кому это все?» И вот что хочу вам сказать. В здоровом образ жизни его нужно вести таким образом, чтобы от него кайфовали именно вы, а не только ваш тренер, которому вы платите 200 гривен за тренировку. Все, у меня все, спасибо большое, хорошего вечера. Оптимизм Сергея вызывает как минимум уважение. Я когда-то тоже считал свой обмен веществ исключительным, да, и... Я весил примерно как Сергей, да, но рост уже был как сейчас. Удивительные были времена, да, я мог на ночь съесть 2 килограмма пельменей и на утро похудеть на 1,5. Ну, это я к тому, что все эти разговоры о том, что нельзя есть после 6, это все полная ерунда. Есть нельзя после 30. На сцене Good Night Club Настя Дерская. К сожалению, я не сторонник здорового образа жизни. Так получилось. Так получилось, что хачапури вкуснее сельдерея. А у меня есть рецепторы и нет силы воли. Вот как так получилось. Но я стараюсь, честно, я очень стараюсь. Сейчас я в той стадии ЗОЖа, когда все еще ем белый хлеб, но уже с чувством вины. Я очень стараюсь. И мне прям тяжело это дается, понимаете? Но каждый раз, когда я ем что-то полезное, это выглядит как в детском саду, когда ты что-то 40 минут размазываешь эту дрянь по тарелке. Там не хватает женщины, которая скажет: «Ты сейчас, если это не доешь, я тебе это за шиворот выверну». Да-да, я повзрослела и оценила преимущество. Но поймите меня правильно, мне нужен здоровый образ жизни не потому, что я плохо себя чувствую, а потому, что я плохо себя чувствую в тех джинсах. Для мужчин сейчас объясню поподробнее. Те джинсы — это такие джинсы, в которых ты сногсшибательна, но только пока стоишь. Как только ты садишься, они делают у тебя на животе дамбу, которая перекрывает воздух и желание жить. Моя лучшая подруга очень сильно похудела. Надеюсь, сейчас никому не надо объяснять, почему это не потрясающая новость. Ну, я считаю себя пострадавшей стороной. Потому что она похудела на 10 килограмм, это значит, что в глазах общества я на 10 килограмм поправилась. Причем на 4 из-за того, что доедала за ней в кафешках. И она похудела достаточно давно, то есть это не пройдет. Хотя... Я рассчитывала, немножко надеялась. И, понимаете, я бы за нее порадовалась, если бы она худела, как все нормальные люди, ну, с помощью спорта, диеты, причитания своей голодной жизни. Но все, что я от нее слышу, это рассказы о том, как 2 недели назад она понюхала хлеб и почему-то больше не хочет кушать. Смотрите, я тоже нюхала хлеб. Потом понюхала колбаску. Не буду врать, масло я уже не нюхала, просто сделала себе бутерброд и все. Именно поэтому я не понимаю вот этот фестиваль спортивных достижений в Инстаграме, да, где все такие счастливые, с гантелями. Я не понимаю, что там людей так сильно повеселило? Сокращение мышц? Ну, смотрите, я не против спорта, я против лицемерия. Потому что сейчас все-таки мы любим спорт, мы обожаем спорт, мы на спорте. Но если все так сильно любят спорт, так зачем нанимать человека, который будет заставлять тебя делать то, что ты и так обожаешь? Просто у меня нет такого алкотренера, который говорит: «Так, Настюша, еще 3 подхода по 50. И не сачкуй! Не сачкуй!
А знаете, почему его нет? Да потому что я не сачкую. Я к тому, что нам нужно быть честнее в этом плане. Ну, нет смысла врать, потому что все и так все понимают. Все понимают, что кушать хачапури значительно приятнее, чем ходить в зал. Но также все понимают, что надевать те джинсы значительно приятнее после зала, чем после хачапури. На этом у меня все, спасибо. У меня за кулисами уже закончились люди, придется своими силами подытожить это все. ЗОЖ, да? ЗОЖ сегодня это не только популярное движение, но и очень хорошая почва для бизнеса. Просто психология человека, который готов начать здоровый образ жизни, ее легко прочитать. Она проста. Для того, чтобы был эффект, нужно потратить деньги. И чем дороже ты купишь тренажер, тем быстрее ты наберешь форму. Это я вам сейчас говорю как обладатель очень дорогой вешалки с педалями. И сторонники здорового питания, они также становятся жертвами стандартных маркетинговых приемов. Если производители смартфонов каждый год выпускают новую модель, у продавцов здоровья каждый год новое экзотическое растение, о котором мы раньше почему-то не слышали, и оно, естественно, полезнее всех предыдущих вместе взятых. При этом оно непременно должно быть откуда-то издалека, и поэтому, когда к нам из-за океана везут волшебные семена чиа, я не удивлюсь, что для их худеющих идет встречный танкер с полезной для здоровья гречкой. Мне кажется, мы становимся свидетелями того, как человек в ходе эволюции начал делиться на два разных вида. Ну, условно, homo pulchrum, с латыни «человек красивый», и, например, homo cui comedit multum, человек, который любит пельмени. Перевод, возможно, неточный, все-таки латынь. Вообще язык, в котором нет слова «пельмени», был обречен на вымирание, конечно, да. Ладно, есть пельмени, звучит обидно, поэтому в английском придумали более толерантное название – бодипозитив. Да, и уже сегодня разделение между красивыми и позитивными, оно очень заметно. У них, у каждого своя кормовая база, да, свой режим дня, свой ареал обитания. Пока еще есть смешанные пары, да. Но в них уже видно четкое разделение обязанностей. Одни все свободное время тратят на свою красоту и здоровье, а вторые все это оплачивают. Ну а дальше в ходе эволюции разница будет только расти. Позитивные будут продолжать увеличиваться в размерах, будут еще меньше двигаться. Из положительного сократится количество квартирных краж, потому что как воровать, когда все время дома? Дальше начнется массовая миграция. Красивые переселятся в Южную Америку, потому что там растут семена чиа, кино и чистый горный воздух. Да. А все позитивные переедут к нам, потому что у нас сало, горилочка и самая крупная в Европе Запорожская атомная станция. Общая численность населения на Земле уменьшится. Красивые не будут спариваться, потому что беременность портит фигуру. А позитивные не будут спариваться, потому что это тяжело. В общем, дальше я как-то не анализировал, но если такое вдруг произойдет, то мне кажется, все-таки нам друг без друга будет как-то скучно. Тяжело будет красивым, потому что когда все вокруг красивые, красота перестает давать льготы. Да и позитивные вряд ли долго проживут без тех, кто и летом, и зимой в любую погоду, и в дождь, и в снег, в любую точку города могут на велосипеде привезти желтую сумку с едой. Так что давайте, уважаемые человеки, как-то уживаться и уважать друг друга, потому что только вместе мы сила. Спасибо большое. Это был Good Night Club. Всем добрых снов.